Всем привет! С вами канал Транспорт Санкт-Петербурга, или же я, Никита. И в этом видео я вам расскажу о планах на конец 2019 года и начало 2020. Поехали! Ну а перед началом просмотра данного видеоролика я бы хотел вам порекомендовать канал «Транспорт Санкт-Петербурга». На этом канале вы увидите автобусные, троллейбусные, трамвайные маршруты, обзоры станций метрополитена. Вот, например, автобусный маршрут 300. Нажимайте на эту красную кнопку «Подписаться», ссылочка на его канал в описании. Заходите, подписывайтесь, ставьте лайки. На заднем фоне будут видеоролики и фотографии от видеороликов, которые будут в будущем на канале. 20 октября, то есть уже для меня завтра, в 11:00, сбор на сходку в честь дня рождения автора канала. Место – Московский вокзал, первая пригородная касса. Ожидаем всех с 11:00 до 11:30. Ссылка на обсуждение сходки находится в описании. Второе, то, что бы хотелось подметить о планах на конец 2019-го, начало 2020-го года, это проект «Время автобусов», «Время троллейбусов», «Эра трамваев», «Эпоха метро» и «Стальные пути». В этих проектах я буду рассказывать вам о подвижном составе. Давайте посмотрим интро для проекта «Время троллейбусов». Не забывайте подписываться, ставить лайки. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.